Привет, я Ваня, и вы на канале Рыба-Кит. И сегодня я буду рисовать девочку осень очень просто карандашами. В этом мне поможет пенал, который я назвал пенал Рыба-Кит. Это очень здорово, его легко открыть, посмотреть. Там есть карандаши, и я буду рисовать карандашами. Точилка, стерка, 12 карандашей, 2 простых, супермаркер, чтобы рисовать как Рыба-Кит, 2 ручки и линейка. Вот так возьмем, положим слева и начнем рисовать. Девочка осень будет супер простая, как рисуют малыши, и я тоже. Рыба-Кит действительно рисует как малыш. Возьмем черный карандаш и нарисуем девочку. Или я бы сказал, что я рисую маму осень. И нарисуем ей подбородок, это низ головы. Сразу же нарисуем два глаза. Вот такой полукруг и полукруг. Такие два глаза, но они так образно, да, и носик можно нарисовать. И, конечно же, улыбочку хорошо бы нарисовать. А глаза я хочу сделать голубыми. И я возьму голубой карандаш. Рисуем голубые глаза. Нашей маме осень рисуем голубые глаза. Голубые, голубые, голубые. Просто рисуем такие голубые кружочки. Очень просто рисовать такие голубые кружочки. Карандаши я складываю здесь. И небольшие зрачки нарисуем. Черные точечки нарисую посередине. Также, чтобы наша мама, как ты знаешь, красивая, нарисуем большие реснички. Реснички вот так вот, их закругляем вот так. На левом и на правом глазу мы рисуем такие большие реснички. Рисуем две бровки, так вот сверху. И мама готова. Только она без шеи получилась. Давай шею нарисуем. Вот так, шею и плечики. Шею и плечики. Отлично. Черный карандаш нам пока не понадобится. Теперь нам понадобятся самые основные цвета осени, которые я, конечно, и мы все хорошо знаем. Любим и знаем. Это желтый цвет. И нарисуем много желтого. Давай карандашом желтый. Мы будем рисовать много желтого. Вот так. Желтая прическа. Я во все стороны машу своим карандашом. Желтым, мягким, цветным карандашом. Вот так. Она как будто сошла с ума, наша мама. Много-много желтого. Ты можешь давить сильно или слабо, рисовать такими штришками или зигзагами, а можешь просто рисовать такими полосочками. Как ты хочешь, так и рисуй. И это немножко сложно для малыша, но я думаю, что если ты учишься в первом классе, то у тебя супер получится. Если ты учишься во втором классе, то просто отлично. А если ты еще детсадовец, но скоро уже готовишься к школе, то обязательно постарайся вот так поводить, не сильно дави на карандаш, просто так раз-раз-раз-раз-раз-раз. Смотри, как я сейчас вожу. Раз-р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 аз. И все. И получается, я уже начал, если честно, уже платье маме подрисовывать. Такое вот платье. Вот так рисуем, рисуем, рисуем. Много-много желтого. Побольше желтого. Прям не старайся его сэкономить, а вообще везде нарисуй желтый, желтый, желтый. Желтый, желтый, желтый. Даже вот здесь можно немножко желтого. Отлично. Желтый самый главный цвет осени. Я считаю, что это желтый. Потом мы возьмем оранжевый. И оранжевым уже будем рисовать тоже такие же ляпы карандашные. Карандашом сложно рисовать такие ляпы, но я думаю, что у тебя получится даже так. Раз-два, раз-два. Мы как бы показываем прическу. Это девочка осень или мама осень. И она такая желтым, желтым, желтым и оранжевым. И оранжевым, и оранжевым, и оранжевым. И все очень просто. Здесь можно рисовать такую полосочку, воротничок. Платье тоже желто-оранжевое. Теперь везде добавляем оранжевых ляпов. Мы рисуем как будто красками, но только карандашами. Карандаши очень полезны для развития, потому что ты держишь правильно карандаш и начинаешь вот так красить. Сначала тебе, конечно, сложно, но потом у тебя получаются очень красивые рисунки. Везде добавили оранжевого. Теперь возьмем красный. Достаем его легко из пенала. Пенал, ребятки, их, как здорово. Да. Продолжаем. Красным мы можем нарисовать, к примеру, губки. Вот так вот маме нашей нарисовать губки. Но каждая девочка любит рисовать губы. Мы нарисуем губы вот так вот. Они очень милые. А теперь красным мы не будем рисовать ляпы, потому что я подумал, что это слишком уже много мы ляпов нарисовали. Давай нарисуем маленькие-маленькие кружочечки. Совсем небольшие такие точечки, кружочечки. Красным рисуем, красным маленькие кружочечки. И побольше их рисуй около головы и поменьше уже дальше. Вот так. Много маленьких кружочечков. Здесь, 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 здесь. И когда я так говорю здесь, 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 я бодрю и ритмом себя подбадриваю. И могу больше и много сделать. Отлично. Мама осень, девочка осень, почти готова. Теперь мы возьмем черный, вернемся к черному нашему карандашу
и нарисуем несколько листиков. Вот так листики нарисуем нашей маме. Вот так вот. Вот наши пятна мы делаем листики. Листики превращаем в листики. Листик, 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 листик. Очень легко повторять. Листик, 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 листик. Фух. Немножко я, может быть, спешу, так что ставь на паузу, когда не успеваешь. Но у тебя обязательно такое получится. Много листиков мы тоже нарисовали. Вот так. Осень приходит, и мы рисуем карандашами, мелками, ручками и фломастерами. Я рисую часто карандашами, и тебе тоже советую попробовать. У тебя обязательно получится. Если у тебя есть куда складывать карандаши, то обязательно их сложи и не потеряй, потому что они такие могут убежать под стол или куда-то спрятаться. Лучше всего убирать все это в пенал. Убираешь, и ты готов к следующему рисунку. Мама осень нас ждет на улице. Лучше погулять, конечно, после этого. Фух, посмотреть, как выглядит осень по-настоящему, а потом прийти и нарисовать еще что-то. Спасибо, что вы остаетесь каналом Рыбакит. Если вам что-то интересно, то обязательно пишите, я отвечаю в Инстаграм в комментарии, к примеру. Или же делайте сторис и пишите яблочко, нет, собачка Рыбакит 3, чтобы я увидел ваш рисунок и вашу девочку осень. Все, хороших дней осени!